военный концерн «Сиам» создал «Уранио». Аккумулятор, соединивший передовые разработки с традициями высочайшего качества и надежности. «Уранио» – новейшие технологии. Работаем на вас. Посмотрел камеру. Оператор Лимони, так и нельзя. Ну, если мы можем разогласить, мы можем. Ну, тогда уж рыбачки. Не берите меня с фоток. Дима, подожди, сфотографируй. Сейчас будем сниматься, я тебя сниму. Сниматься. Сейчас будем сниматься. Оля, ты мне там прицепила? Нет. 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 Самое тяжелое уже позади. Сейчас еще гости, стол. Пошли! Оля, ну так мне ж ее мне хватит. Ты снимай-то как хлеб. Не надо, чтобы мне хватит. Где мне Симоня, если ты я брат? Не-не-не, все позже. Все трогаем. Кому не верим. Ну? Мне можно потрогать? Можно, да. Все потрогают, все хорошо будет. Да. Да. Где ты, Наташа? Блин, как у меня такие анимации. Потом Сашку куда приезжу. За правкой стоит, за постой мы стоим. Пускай гости, если ты не заметили, то надо. Не, Наташа, ну что, на ручки бери. Давай, чапай. Ой, мне выше лучше, нет? Не, отсюда. Где вода начинается? Не, обычно от начала моста. Ой, да у меня ж не донесет. Что, я Саша не знаю? Это самый мост надо. Я помогу. Через мост весь? А букет можно кому-нибудь там съесть? Давай, давай. Саша, прошу. Ты что? Вы можете выделать эту ставку, как она делала? Что, вы так на руку, типа, как зимовочка? Нет, нет. Нет? Нет. Так, а далеко нести надо? Бери, понесли. Меньше говорите. Ой, на дальней стороне. Ой, это красивое платье. О, если я не дойду, о, если я упаду, что останется с ними, с моими больными? Ой, как хорошо. Сейчас, подожди. Денис, воду не надо мне. На улице хорошо. Взорваться надо, Димка. С кем? Не было равных. Так легко несет? Да. Это вот так стараюсь. Здоровый хлопец, сало ем. Кабанов готую. Покатаемость. Если замечает, что идемте. Место красивое такое. Где было Митя? Ниже немножко пусти, Маргарита. Ниже. Но я интересно. Ой, тут видишь как? Дайте цветы. А не там не надо цветы вот даже. Не надо. Саша, может Саша теперь положит цветочку? Нет, не надо. Я?
держи. Самое лучшее. Вот там на деньги кидают, если мелочи есть. Саша, есть мелочи? Деньги есть? Еще ни разу не делала. Да? Мелочи еще не делала. Да, мне держи, мать моя. Ну, молча кидать, кто хочет. Да, мне немножко. Дима, много тоже не буду. Дай мне 5. Не надо. А как так? Дима, дай мне. Он еще. Дима. Рубли давай. Дима, а еще. Ну, Наташа, ты не такой? Дай правда. Ваши детки уже выиграли и не ели. Да. Дышите так воздухом свежим. Новая жизнь началась. Дышите глубже, дети, молодцы. Дима. Что тебе бить-то? Дима, фотоаппарат тебе не надо. У тебя братик, где у справа? Я фотографирую, Денису. Там у нас березки будут потом сниматься, снимемся. Хорошо так, ну, ветер. Но просто что, неудобно фотографироваться. Мне хорошо, что гвоздика нет еще дома. Что-нибудь. Дима, не ой! Не хочу. Ну, на какой обычай? Надо. А с какой стороны сходить? Как подойдем? Пять лет, ну, дружите, ну, должна. Ой, не могу. Сцена. Ты возьми платочком, сразу увидишь. Ну, теплоточек, да? Закройте. Ну, она стесняется. Желательно, они уже все это... Потрохали уже. Если бы уже теряют голову, уже стерли бы уже. Ты будешь трогать. Не надо, интересно, потом будешь... Саша, пойдем. Ну, сидеть будет стесняться. Саша, ты тоже можешь. Я с тобой пойду. Что там со такого часа Саша не видел? Саша, я не буду. Письмо контроль. Отходи со стороны, трогай. Так, нет, пошла. Ну, закружилась голова от радости. Мне плохо, я не могу. А так все смотрят. Ну, быстрее. Что там такого? Там уже, смотри, все затрогали, уже все отвести. Все, будем мальчик. Смотри, тише, хлопцы. Идем туда. Саша, 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 идем туда. Пройдемте еще. Блин. Идемте. Дало не природа нас. Потому что тут съемка будет классная. Очень нужно красиво. Дома красивые. Да, спорта, вода. А еще раз целуют даже, целуют даже. Представляешь? Не горяжу, а то что трогаешь. Так что ты здесь. Здесь еще есть время. Еще надо целовать. Ну что, купаемся? Иди скупись. Здесь мини-дискотека. Мини-дискотека. Три человека. Почему у меня в спуске? А в спуске сейчас не надо. Да какая разница? Впереди сколько у вас будет? Ну, доброго, счастливого. Доброго, Витя, только доброго желать, пожалуйста. А так только так и будет. Вот так и надо. Ну, с такой доброго, счастливого, будущего такого, как говорят, еще радостного. Впечатлительного. Во, сколько много. Все нам. Высшее образование человека. Дайте поговорить. А как детки будут? Во, как будет весело. А какие детки будут добрые? Ой-ой-ой, не кажется. Пять девочек и на пять мальчиков, представь себе.
Тоді батько тільки заробляє гроші на свавді. Будемо гуляти раз кожний год. Во як добре буде. А дітка вийшла на дуже багато труда. І трудитися будемо як треба. Як пчолки. Як пчолки. О, як пчолки, так. Ну, будьте, друзі. Що, два рази сіти, що ли? Звісно. Дима, не подобно людей, знаєш? Родственник, самий головний. Братан. Братан. Отдаєш сестру свою, а? Ну, ну просмотри. Пару слов на каких местах. Знал уже. Самый главный. Будет один. Сам знал все, что можно. Что бы ты в роте готовить, а Димка, скажи. А я к вам тоже буду звонить. Да, уже понятно. Помнил тебя, сестричка. Не забывала. Будет скучно. Маленький ты что-то еще. Да, маленький. Гости! Идем сейчас фотографируем. Вообще, вот еще будут минуту снимать, блядь. Поедем на О, вы тенечек сюда. Сюда, тенечек. Сюда, у тенечек. Кстати, вот это самое. На выставку там. Кстати, дворец моды. Там таких нету, как ты. Да, там таких нет, точно. Правильно, Виктор? Спасибо. Это очень... Так, ну что? Хорошо, у тебя все есть, чтобы жить, ну, ну добро. Остальное все уже... Чтобы, ну, терпели, ну, вот, друг друга. Сейчас, Саша, едем в Чудо под мостом один. Поехали прямо, и там вот на стелу едем, да? Сашка, не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Конечно, ты же научился. Не умею. Ну как ты не? Мы сейчас научимся. Все обязательно, это хорошо. Ты же нравится. Спасибо, спасибо. Мне не надо. О, птички. Смотри, сколько много. Хорошо. На автобусе лучше, места больше, походить можно. В машине сел, как... И сиди, да. Ну, сиди. А где наши автомобили? Там, дальше. Могли бы подкатить сюда? Ну, я не тяжеляю. Да, не точно. Саша, слушай сюда. Саша, я пойду скажу ему. Блин, за нами едет, Дима. Спросите. Виталика спросите. Какой голос? Кто это? Валера, откуда ты здесь, в Минске, Дима, Валера? Слышишь? Дима, сейчас все расскажет. Ну, а, поговорить таки хочешь, да? Да, ты сейчас... Можно, да? Как мы что-то... Ну, то есть, когда ты не вышел, ты дядь. А, Дуська, чего он не будет снимать? А он девчат снимает, в машине сидит. Ну, визитки раздает. Саша, ты садись туда. Ты посредине. Я посредине? Ты же. Слышишь, там уже очень сильно Thank you.
царапать. Букет надо взять еще иногда. Красиво, зелень, солнышко. Хороший новый колесо. Я остановку чувствую сразу. Ну, бота. Бота. Любовь какая, а? Да, неси, ну заклинила она что-то. Давай. Гости не успевают, Саша. Еще немножко. Платье. Пускай несет. Еще немножко осталось. Вот и Степа упал. Молодец, здоровый чёрт, да? Два года борьбы. Улыбка сквозь слезы. Вы скорее вытащите. Одной рукой пот вытирает, второй слезы. Знаете, а как несет? А как несет? Знаете, какая машина? А, ну классно. Там, а это будет так, да?
девочки будут налево. Едем сейчас на родник по прямой. Вот скоро вы так вот будете ходить? Конечно, нам уже немножко. Мы сейчас на родник поедем, потом на площадь и все, домой. Леонид, тут закусывай, хорошо? Музыка на 2005, да? Витька, не надо. Да, дай мне чуть, Саш, дай мне чуть это самое. Кушать? Ну, я ж не чувствую. На родник поехали, там скушаем. Давай, поедем. Дорогие молодожены, поздравляем радостно сочетание. Желаем счастья, здоровья и любви, чтобы вы никогда не разводились, любили друг друга. И много-много было детей, чтобы ваши дети никогда не болели, чтобы вы никогда не болели. Чтобы ваш мустанский станции на руках, всегда шикарные машины ездили, всегда такое красивое золото и были. Потому что она бежала, и тех просил защищал. И будьте благословенны, вас Бог любит, вы самые красивые, идите с Богом. А это что, ну, сзади реки? Сейчас денег ему это, да? Спасибо. А, хорошо, идемте. Не поднимай так, ну, ну так высоко. А то мне тяжело снимать. Так, а что-то нету Лены. Мы, наверное, не все приехали сюда, да? Главное этого дождаться. Водки принесли. Симон, дашь нам пожалуйста? Сейчас бзык. Наташка не волнует, она бзык. Вика! Надо было взрослеть. Это с собой. Поставим и будем пить. По чайной ложке каждый день. Где Оля? Оля, а Оля на меня? Она на меня не смотрит, она тут украшается. Она хлопца увидела, и сколько дух попала. А там все закусывалось. Да, слушай, пошли, пришли. Там с хаты всю водку позабирали. Да, позабирали. Где? С твоего дома. Это я там оставил, да, где? Мы ее давали на руку. А, сколько запрашивали? Я не понимаю, я что? Выпил за копейки, я все поставил, то и получается, да? Сами выпихнули ночью. Саша, у меня все не брали.
Маргарита, он тоже Вася. Ты пойдешь? Ты понял, что он Вася. Мы-то сразу поедем, это самое, да? Да, мы сейчас обходим их автомобилем. Поедем. Через плечо. Нет, я не Саша, трогай. Слушай, я каждый раз покажу. Не дай руку, да. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас едем за город, уже на смешном огне не можем. Почему? Не, поедем, на поедем. Место просто такое. Мне стоит красивые стоять. Здорово, видите, не перепутаем. Главное, что мне перепутать. Главное, что Сашин перепутает. Так тем более. Гостей все меньше и меньше гостей. Где они живут? А это наши тут сзади, да, или нет? Нет, это не наши. Это наши? Это не наши. Цветы взяли? Машина не приехала. Стой, сейчас принесем. Я знаю, это что. Да, чтобы...
осторожно. Жили до 100 лет, детки, в одной единственной семейке. Это моя к вам такая большая просьба, чтобы вы это исполнили. Спасибо, детки, что приходите. Ну, спасибо, Лучек, большое спасибо. Господь вам усилу пирати, а не всех пирати. А у всего гора несчастья, как вам. Пошел. Будут денежки у молодых. Будут богато здесь. Так это снимает. Достань, пусть достань. Нормально ехать сзади. Дима, вся машина уезжает. Вся машина уезжает. Дима, Дима. Дима. Тебя можно. Дима, едь скорее домой. И за антенну хватит. Подожди. Очередной раз. Знакомые лица какие-то.
Бабушка. 1 мая встречаем шариками. Мы поедем на это, наверное. А там как-то успокоено. А это не пугаемся. Поймал один из Thank you.